Андрей, смотри, иди сюда. О! Нихера себе. Где мы? Олег, слышишь это? Она что-то грызет. Где? Андрей, ты видишь это? Где? Мне интересно подойти посмотреть, Андрей. Я очень любознательный человек. Я не буду. Ну чё, боец, готов сегодня выбраться из-за кулисья? Скажи мне, а ты Олег, готов? Я жду, третий день выживаем за кулисья. Мы по-прежнему не можем найти выход из этого проклятого места. Каждый раз на нас нападают монстры, каждый раз выход где-то близко, но и вроде бы далеко от нас. И каждый раз что-то мешает нам выбраться из этого места. Так или иначе, друзья, всем огромный привет. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Со мной сегодня Андрюшенька и Нефай. И добро пожаловать в игрушку под названием Inside the Bakery. Семью Патики. Ну что ж, как вы помните, в прошлой серии мы сделали все возможное, что было в наших силах, чтобы выбраться из этого страшного места. Но это у нас, к сожалению, не получилось. И мы в том числе. Значит, я почитал комментарии, за что вам, ребят, реально огромное спасибо, потому что вы написали именно те ошибки, которые мы не смогли сделать. Значит, реально, смотри, ты ошибаться умеешь? Ну, конечно, конечно. Друзья, перед началом этого ролика, конечно же, вам желаю приятного просмотра, конечно же, приятного аппетита. И надеюсь, что сегодня мы реально сможем выбраться из этого страшного места. И, конечно же, поставь лайк и обязательно подпишись на канал. Итак, значит, Андрюх, я почитал комментарии, Значит, мы неспроста подбирали с тобой части тел, которые были разбросаны по всему закулисью. Нам нужно в правильной последовательности, значит, положить части, определенные части тела, которые были рассказаны нам на кассете. Значит, я специально подготовился, сфотографировал на телефон, чтобы... Ой, кстати, таблеточку надо подобрать, погоди, таблетками лишними не было. Да как это подобрать-то, я не понимаю. Я сейчас скажу точно, какой последовательности, какую часть тела нужно положить. Я это все тело сфотографировал, я подготовился. Так, значит, смотри, Андрей, первого трупа у нас зовут Селин Делгадо. Значит, смотри, как это работает. Мы подходим вот так вот. Как? Так, это не он. То есть, смотри, в каждой мисочке она подписана именем. Да. Селин, запомни имя Селин. Нет, не оно. Во, Селин Делгадо, отлично. Так, Селин Делгадо нужно положить, по-моему, левое ухо. Ухо у нас как раз таки есть. Какой ужас. Отлично, следующая цель, следующая наша жертва, это Мэрилин Уильямс. Значит, вот прям здесь, прикинь, валяется она. Так, и ей, знаешь, что нужно положить? Я сейчас скажу, несколько пальцев было отрублено у нее с руки. Кошмар. Имя третьей жертвы, это Натан Аллен. Так, Натан Аллен, ищи. Натан Аллен. Роберт, он валяется, слышишь, вот он валяется. И может, ему нужно друг положить за ухо. И что не произошло? Нет. А почему? Подожди, стоп, а где остальные? Где стопа? Где еще? Где все остальные? Ну, этого, как я понимаю, вообще не надо было, потому что больше никого... Ну, все. Нам надо было только носик... Ну, елки-палки, погоди, нет, стой. Стой. А что мы сделали не так? В комментариях писали, что именно так и нужно сделать, и что-то должно открыться. Не-не-не, что-то должно открыться, но что мы... Подожди, стоп, давай, короче, мы сейчас... Может, ты уши перепутал? Мы... Не-не-не, невозможно. Нет, так у меня только одно ухо было. А, стой, погоди, я не то положил, блин, дурак. Я вместо пальцев положил руку, елки-палки. Да, вот в чем проблема. Вот. Стекло разбилось какое-то. Где? Какое стекло? Помнишь, Олег, тот проход, наверное, который типа мы проходили стенка? Да. Я сейчас спрашивал тебя, что это за проход такой? Все, да. Так, то есть смотри, теперь надо безопасным образом вернуться в самое начало. То есть мы сейчас посмотрим. Так, я не помню, где эта стенка. Тихо, справа, Андрей, справа. Красный свет, он рядом, он где-то рядом. Блять, рожа ебаная. Я прячусь. Значит, смотри, сейчас наша главная задача посмотреть, что было за тем стеклом, это раз. Во-вторых, мы с тобой еще не активировали красный ключ. Помнишь, мы с тобой находили красный ключ? Да. И помнишь примерно, где находится эта комната? Так, ладно, я на свой страх и риск попробую сейчас выбежать. Пошли за мной. Олег, она бежит. Вот здесь стекло было. Вот здесь. Андрей. Я нашел то помещение. Я нашел комнату, за которой разбилось стекло. Ты в каком шкафчике спрятался? Скажи мне, пожалуйста, там, дорогой. Там, где ты сидел? Нет, он рядом. Так, таблеточки пока никакие пить не надо, нормально. Я дальше без себя не пойду вообще ни в коем случае. Так. Беги. Ты знаешь, куда тебе нужно бежать или нет? Нет. Ай, трутень такой, а? Ну почему так? Во, я тебя вижу. Олег, в нужную сторону, да, еще побежал?
Нет, нет, я спрятался в шкафчике, я спрятался в шкафчике, я просто спрятался в шкафчике. Да достал, он реально, реально бесит, ну что ж такое-то? Короче, я видел тебя где-то побежал, мы сейчас там встретимся. Давай, давай, давай. Так, он вроде бы ушел. Он вроде бы ушел, вроде бы спокойно. Да, он на меня здесь ходит. Вроде можно выходить. Да не, я... О, я, кстати, слышишь, а я нашел помещение. О, беги сейчас на меня. Ты где? Ну, стой. Я нашел... Вот. О, стой, я видел фонарик. Вот, 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 пошли ко мне, пошли, пошли, пошли. Стой только. Так. Я слышал, что тут где-то открылась вентиляция. Олег, только надо рот закрыть. Смотри, вот вдаль, в этого коридора, там как раз-таки комната красная с красной дверью. Красная дверь, Олег, красная давай дверь. Давай попробуем открыть. И посмотреть, что находится внутри. Ага, ну есть, Олег, новое помещение. Да, картины. А ну-ка, погоди, за этой картиной ничего. Там еще была записка, перед этой дверью, перед этой комнатой, что за картинами что-то скрывается. Так, мы найдем, Олег, то, что скрывается, мы все... Я надеюсь, что монстр сюда ничего не попадает. Ничего-то нету, ничего. Я очень сильно на это надеюсь. О, шкаф упавший. Ага, и что-то внутри о, есть? Смотри. Что внутри? Кошечка, кошечка. А ну-ка, погоди, неспроста. А неспроста, может быть, так, не? А вот что он... О, чего? А, какой-то замок, и смотри, здесь какие-то буквы. Тут именно буквы. Да. Нам надо собрать какое-то слово, скорее всего. А погоди, а может быть по картинам как-то сможем определить? Может понимаешь быть так... Ну-ка, давай внимательно посмотрим. Да хватит. Ты кого-то режут. Погоди, давай будем внимательно смотреть на картину. Может быть... Может быть есть какая-то схожесть, я не знаю. Нет, Олег, нет никакой схожести. Ну, кстати, картины, наверное, не просто так висят, реально. Ну не, ну погоди, ну неспроста, что тут картины висят. Так, ну-ка, стой, погоди, так... я вот сейчас выйду из этой комнаты, я просто вначале еще раз прочитаю эту записку. Тихо, спокойно. Вот, записка была здесь, и в этой записке написано. Если вы найдете какие-то картины, посмотрите на них поближе. В целом они скрывают секретный код. В целом они секретные... А, погоди, подожди, стоп. Подожди, поближе? Может, они на них цифры нарисованы? Да, погоди, стоп. В целом они скрывают секретный код. В целом. Ищи буквы, может какая-то буква там не спрятана. Ищи буквы. А ну-ка, погоди. Подожди, ну если так... Я никаких букв не вижу вообще. Блядь, ты гонишь что ли? Это пиздец как это. А как это, погоди? А, во, вижу, 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 буква R, буква R, вижу, вот здесь буква R, смотри, вот а здесь буква R. Ну-ка. А здесь я не знаю, а вот знаю, C, вижу, вижу, C, 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 под разными углами, смотри, не прям впритык, под разными углами, вот а, буква да, C. Реально. Так, смотри, надо где-то, надо... Тихо. C, R, смотри. C, R. И что за звуки оттуда издаются, что это такое? C, R, A. C, C, R, A. А. ЦРА, они же ЦРА. ЦРА, Т, срать. Короче, Олег, срать. Давай, стой, давай я буду водить, а ты будешь говорить, какие буквы это. Ну-ка, подожди. Первая была С. Ага. Да. ЦРА, погоди, ЦРРР, ЦРА, потом идет Т. Да, срать, срать, да, срать. Хорошо, я понял, я тебя услышал. А последняя какая буква? А там буква или цифра нужна? Буква, тоже буква нужна. Е, попробуй срать, Е. Давай, сейчас. А, о, получилось! Открыли! Ебаги! Жилье! Да. И что это такое? За предохранители какие-то, слышишь? Ты... я думал, это деньги. Да хватит закрывать, хватит! Все, я взял все предохранители. Не понимаю для чего, но разберемся. Так, теперь погнали искать ту комнату со стеклом, соответственно, да, потому что я в ней уже был, но я дальше не пошел, Андрей. И что там? Где там? Сейчас, погоди секунду, я таблеточки приму, а то у меня что-то с рассудком. Олег, а ты уже сделал срать, да? Нет, ничего я не делал такого подобного, а? Так, погоди, но мы где-то находимся неподалеку от этой комнаты. То есть нужно понимать именно это. Я вот так боюсь. Я так боюсь, что просто сейчас за каждым углом может находиться это чудо-юдо, реально. Так, а вообще где-то... А я думал, что это просто погованная тема, что типа вот, вот она, вот она, вот она. Вот сюда. Я тоже так думал, я тоже так думал. Ой, тихо! Тихо-т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 ихо. Убегает от неё далеко. Ой, не надо. Ой, блин. Глаза не смотреть. Ну ненавижу эти глаза, ненавижу эту квадрожу. О, Олег, рубильник, Олег, рубильник. Тихо. Бегу, бегу, бегу. Два рубильника. У меня одышка, у меня просто одышка. Так, два рубильника. Один зеленый, другой красный. А погоди, стоп. Давай полностью локацию исслед. Да тут дофига рубильников. Черный рубильник. Не надо, стой, мне кажется, какая-то последовательность нужна. Ну, может, слишком ладно много рубильников. Так, тут какая-то записка, погоди, я прочитаю. В зоне есть несколько рычагов, но одновременно могут подняться только три. О, видишь, я же тебе говорю, нужна правильная последовательность. Так. А какая, я не знаю. Ну, наверное, Рекс Арати здесь не прокатит. Андрей, да? Андрей, да, подожди, смотри, что? Иди сюда. О! Нихера себе. И как мы должны открывать эту дверь? И в какой последовательности? А, стой, смотри. Там глаз. Что иди, такое? Короче, Олег, мне кажется, знаешь, что надо делать? Иди все подряд нажимай. Да, а я буду смотреть. Сколько последовательности прикалываешь? Или смотри, или стой ты, смотри. Она меня скавала.
Нет. Блять, ебучие глаза, они так раздражают, блять. Меня тоже бесят эти глаза, просто бесят. Она меня уже все схавала, ты жив будешь. Ну ладно, хорошо, давай я пойду сейчас просто в уголок, посмотрю, что там было. Потому что там еще нас... Да тут везде глаза эти, да что ж... Так, блядь, нет, стой, мне кажется, нужна правильная последовательность. А где мы могли что-то пропустить по цветам? Ну, мне кажется, мы все подписки, ой, этих записки читали. Подписки? На Netflix? Ну ладно, хорошо, давай попробуем по твоей схеме. Давай смотри, попробуем. Я могу ходить, нажимать на все подряд, ты будешь смотреть, какие будут загораться. Ну давай, 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 хорошо, давай, 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 попробуй, просто попробуй. Так, смотри, если я нажму вот эту. Я уже нажал на нее, можешь выключить ее, она не работает. Окей. Попробуй другую, попробуй другую. Так, смотри, нажимай вот на эту. Давай, смотри, ты когда включаешь, сразу выключай. Обратно, если не работает. Не работает, не работает. Там глаз дофига, я не понимаю, почему. Работает сейчас? А ну-ка, сейчас покажи, гляну. А, нет. А, стой, одна всегда загрелась нижняя. Все, не выключай, ее не выключаем. Ее не выключаем. Так, смотри, сейчас. Загрелась. Еще одна нужна. О! Прикинь? Моя тактика работает, Олег. Ему! О! Андрей! Вот костюм их защиты! Защитный костюм! Вот это я понимаю! Вот это! О-о-о! Счетчик Гейгера! Андрюша! Мы с тобой готовы! Мы с тобой готовы! Это офигенно! Это офигенно! Все забрал! Хим костюм забрал? Погоди, а может сейчас его использовать? О, я его надел, прикинь! Блин! Ему, а прикинь, мы теряли костюм, уходил! Погнали в зону радиоактивных действий. Тихо. От рассудка нужно срочно выбить. Да сколько можно, я не понимаю, но реально, ну бесит это момент. Ну максимально, реально, эти глаза появляются постоянно и повсюду. Олег, красивые глазки, да? Так, дезинфекция пошла. Не схавали, Андрюша. Как? А кто тебя схавал? Там глаза были, там глаза были. Так, ладно, стой на месте, сейчас пока никуда не иди без меня. Сейчас я вернусь к тебе, и мы продолжим. Ну чё, пучеглазик, готов идти дальше? Скажи мне, пожалуйста. Почему ты, Олег? А почему у нас такие огромные скафандры, я не понимаю? Что за костюм Амонгуса, реально? Чисто костюм Амонгас называется. Так, ты помнишь, куда идти примерно территориально? Мне кажется, Олег, что ты предатель. Не. Андрей, если бы я был предателем... Абобус, там ты Абобус. Так, вот это надо закрыть. Блядь, отлично. Быстрее. Так, где-то здесь, погоди. Вот тут. Дальше, все. Мы уже эти, мы даже карту уже практически наизусть знаем. Мы уже примерно территориально разбираемся тут во всем. Так, единственное, я не помню, для чего нужен огнетушитель. По-моему, для предметов. То есть мы должны там что-то сделать с предметами, чтобы избавиться от радиации. Ну или, по крайней мере, снизить ее уровень. Так, давай прочитаем записку, значит, еще раз, да? Итак, значит, следующая область полностью радиоактивна. Поэтому, если кто-то хочет войти, требуется защитный костюм. Есть запертая дверь, которая откроется только в том случае, если уровень радиации в комнате низкий. Для этого необходимо огнетушитель класса D. Это только устранит радиацию на короткое время, примерно 3 минуты. Источники излучения. Некоторые предметы в комнате заражены. Используй счетчик Гейгера, чтобы проверить, какие предметы являются источниками загрязнения. Так. Я понял. Андрей, мы тут не одни. Я спрятался. Мы тут не одни. Так, слава богу, тут есть шкафчики. Короче, что я предлагаю? Ты будешь ходить, допустим, с счетчиком Гейгера или наоборот, я буду ходить с огнетушителем, то есть чтобы максимально быстро все это сделать. Так. Кстати, я тебе так скажу, кресло, которое инвалидное здесь, оно облучено. И вот это тоже, слышь, облучено. Ну или мы можем, в принципе, погоди. Я реально с огнетушителем стою, прикинь, просто... Подожди, давай попробую его тоже потушить. Бля, мне вот интересно, если я сейчас посмотрю на счетчик... и все, нету радиации никакой, прикинь. Ему это прикольно работает. Так, ну хорошо, давай, ладно, смотри, будем просто разделимся, быстрее просто сделаем эту работу, я считаю. Нормально, вот тут прям радиация зашкаливает, у нас прям добротно. Слушай, наконец-таки мы реально вот поняли, что нужно делать, блин, ребята, огромное вам спасибо. Ты че подкрадываешься, подкрадули там своих, а? Подожди. Так, здесь кто-то есть? Здесь хуярит, давай. Так, отлично. Блин, было бы здорово, если бы еще был с нами человек, который светил бы нам везде тут фонариком, потому что нифига не видно, реально. Так, что-то еще, Олег, мы с тобой не сделали. Давай вот здесь посмотрим. Во, вот здесь ему зашкаливает. Нам еще реально нужно все это делать максимально быстро, времени очень мало. Вообще, на самом деле, можно бегать и на все просто вот так вот, понимаешь? Открылось? Да, что-то какой-то звук был. Погоди, не слышал. Сейчас вернусь к себе. Погоди, я сейчас на всякий случай вот это обеззаражу тоже быстренько вот так вот. Чисто на всякий случай. Так, погоди, сейчас иду к тебе. Возвращаюсь обратно к тебе. Я надеюсь, что... Я сзади тебя. Ага.
Вот, так, вот дверь. А ну-ка, погоди, откроется, не откроется? Не, нам еще надо, еще пару предметов надо. Еще буквально немножко предметов, вот, и все. А, вот, смотри, подожди, да, это да, у нас две да, лампочки, да? Да. Еще бесит, что стамина, блин, заканчивается. Постоянно бегать не можем быстро. Просто реально раздражает это. Так, что у тебя там, нашел что-нибудь, не? Нет, не вижу вообще ничего. Так, вот этот мусор? Нет, с этим мусором все нормально. Здесь нормально. Блин, а все ж мы упускаем? Там буквально то ли два предмета осталось, то ли что, я не понимаю. Но нам осталось реально чуть-чуть буквально и все. По-моему, все потушили. Не-не-не, мне кажется, где-то еще не все. О, нашел. Ну-ка, ну-ка попробуй. Посмотри на дверь, откроется сейчас, не откроется. Открылось, по-моему, нет? Открылось. Все, то есть, да. Бегу к тебе, Андрюша, бегу к тебе, родненький к тебе. Все, что кто-то преследует. Бегу! Андрей, там кто-то был! Бежим! Это выход? Стоп, какая-то записка, стой! Погоди, стой! Вот это надо. Ай, не могу взять. Таблетки. Так, давай прочитаем. Итак, информация. Есть существо, которое бесцельно бродит по каким-то бэкрум зонам. Оно как будто без сознания, пока не проголодается, после чего становится агрессивным. Начинает искать ближайший предмет, чтобы найти себе мясо. Он отличается от других частей тем, что любит жрать кожу своих жертв и после этого воровать их кожу. Недавно выявилось, что он может чувствовать запах крови на большом расстоянии. Поэтому, если вы ранены, вы, вероятно, должны быстро вылечиться. И следующая фотография показывает двухногое существо с кожей, которое может быть человеческой. Фотография была найдена рядом с человеческим мясом. Класс объекта. Класс опасности объекта 6. А ну как оно выглядит? Там реально человек какой-то ходит, ты прикинь? Ой, бля. Ой, Андрюша. Так, а погоди, а плоскогубцы у нас были, по-моему, да? Плоскогубцы? Да, да. А ну-ка. Открылись? Андрюха, смотри. Это спуск вниз. Да, это просто... Это просто лестница вниз. Пошли? Нет. А что ты сыкуешь, так я не понимаю, а? Пошли, знаете? Пошли, давай. Ой, стой. Тихо. Что-то поменялось, погоди. Что-то, по-моему, поменялось. По-моему, как минимум наше местоположение, блин. А это новый уровень или нет, мне интересно? Вставай. А что? Ой. Я открываю дверь. А там реально дверь открывается, прикинь? Да. А это что такое? А эта дверь заблокирована у нас. Ема! Попробуй пробежать. Беги. Хорош! Андрей, я туда не прыгаю. Андрей, я туда не собираюсь прыгать. Бля, ты уверен, что вообще... Бля, ну а другого выхода нет. А посмотри туда, за окном вообще ничего нету там. Охренеть. О, это назад-то тран? Дороги нет, Андрей, а назад-то дороги Уи! Нет. Было не могу. Где мы? Олег, слышишь это? Она что-то грызет. Где? Слышишь? Андрей, ты видишь это? Не смотри на него, блядь. Погоди, он только на запах крови. Нет? Не смотри на него даже, блядь, ничего не делай. Просто уходим отсюда, нахуй, она сейчас сожрет, блядь. Что за звук был? Погоди. Мне интересно подойти посмотреть, Андрей. Я очень любознательный человек. Я не буду. Беги! Беги! Я тут вдвоем, Олег, сказал, не надо, блядь. Беги! Пизда нам. Андрей, он там, я видел, он там. Мне кровь. Андрей! Спасибо, нет! Ай, нет, уйди! Отстань, шкафчик! Ебанько сказал же, не надо! Шкафчик. Ты охуенный шкафчик, блядь! Я сейчас выйду нахуй, Олег! Блядь. Беги, Андрюша, беги! Чистовой шкафчик! Так, надо срочно закиляться! Спасибо, Олег! Надо срочно, сказал, не надо его срочно, трогать, блядь! Надо срочно закиляться! Я его не трогал, он сам на меня напал, в смысле? Так не ничего. Надо к нему было вообще подходить, я ну не спасибо, трогал он меня заебашил! Ну я ничего, я не виноват! Так, там ты виноват, твоя вина. Тут какие-то неправда. А что нам нужно сделать здесь, погоди? Я его сейчас на тебя, блядь. Вот, я вижу. А, погоди, видишь. Стоп. Я походу понял. Стой, погоди. Надо закрутить. Пробуй. Ему! Олег, имей в виду, у меня осталось только 4 жизни. Реально, так мало? Ты что, прикалываешься, что ли? Ты что? Это в том твоя вина. Он прямо у моего шкафчика стоит. Я еще и с кровотечением, он один раз меня ударил. Бля, ты издеваешься, он чувствует запах моей крови. Шкафчик, у тебя больше хп. Опа, баночка, бежи. Он прямо лапками своими бегает, я слышу, ты. О, я знаю, куда надо поставить вентиль. Сюда, все. Надо закрутить, надо просто закрутить. Андрей, помоги мне. Закрутил? Ебал, у него рожа страшная.
Я не знаю. Ой, вот бери тут, вентиль, вот, Олег, надо вот, вот тут на самом деле удобно то, что как вот тут дверь появляется очень близко. Да, ну, я не знаю, в тот вентиль, не в тот я вставил. Но, по-моему, ну я точно в тот вставил, а вот закрутил до конца или не закрутил, я, честно говоря, не знаю. Но вообще, в теории, по идее, я должен был закрутить его до конца. Так, сейчас я все предметы подберу, погоди. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас. А, ну да. Нет, газ все равно хуячит. Нет, вот, не и еще один вентиль, я еще один вентиль нашел. Еще давай, неси надо, еще надо. Иди ко мне. Назад, иди сюда, вот а ты где? Зайца. Вот, смотри, вот я справа от тебя. Вот, смотри, я... Блядь. Чувствую, Андрей, мы умирать тут будем очень много. Так, беги. Ну ему рожа страшная. Я поставил один вентиль, я еще один вентиль поставил. Там их и находить надо, закручивать, успевать и ставить. Знаешь, где еще надо? Сейчас, я сейчас появлюсь, закручу еще один вентиль, погоди. Так, забираем предметы. Он пока за меня. Я тебе, сука, сказал сразу, не трогай его, блядь, ты нам сейчас сам все усложнил. Ну он бы и так стагрился на нас, я уверен. Нет. Так, надо искать вентили, Андрей, он просто смотри. Он спокойно кушал. Это не вентиль. Он сидел спокойно, кушал, конечно, а потом бы он кушал нас бы так же, понимаешь? Нашел еще один вентиль. И карточку. Сейчас, Олег, я закручиваю вентиль. Давай. Да сколько вентилей тут закрутить-то надо? Еще один закручиваю. Да это бред, это ужас какой-то просто. Невозможно. А что не крутится? Давай. Все, я закрутил. Еще один закрутил. Посмотри, там закончилось, не закончилось это? Так, гляну. Блядь, это... он рядом с дверью стоит, Олег. Нет, еще надо один вентиль. Нет, еще надо, да. Он пока с этой стороны можно работать. А где эти вентили-то искать? У меня точно больше ничего, да? Кошмар какой. За столбами ищи. Да, я так и делаю. Да это просто, ребят, я не знаю, это просто страшный какой-то. Он идет ко мне. А или это ты? Нет, это я. Он пока у двери стоит там. А, где же вентили прячутся? Охуенно, Олег, надо туда идти, а он там стоит. Ну да, классно. Меня еще бесит, что стамина постоянно заканчивает. Тут на этот уровень нужна бесконечная стамина, чтобы можно было убегать от него. Да. Пиздец, нам пизда. Спрятался. Я в шкафчике. Выкуси. Он у меня. Так, Андрюш, я закручивал, я надеюсь, последний. Закончился ты? Нет, не закончился? Да, закончился, да. Все, найс. Так, мне надо только как-то пробежать спокойно мимо него, потому что он прямо на моем пути. Ладно, я обойду просто по стороне. Я просто обойду вот с этого. Что такое? Что такое? Он мне напал. Не, а я вижу... Он прямо за тобой бежит. Прячься в шкафчик. Олег, там, по-моему, дверь на пароле. В смысле на пароле? Быть такого не может. Там какой-то замок кодовый висит. Нет. Нет, или мне показалось? Я не знаю, я еще не добежал туда. Ну не говорите, что нам тут еще цифры какие-то искать на этой парковке надо. Ну не надо, пожалуйста, нет. Ну и так вот от него бегать нужно постоянно. Он реально бесит максимально просто. Ладно, я подойду. Не, вроде. Непонятно. Пока не понимаю. По-моему... Открыл дверь! Заходи! Подожди, бежи. Мне надо хилиться, мне давай, хилиться давай, надо. Давай. Просто беги сейчас на меня. Просто беги сейчас на меня. Я его не вижу. Он, возможно, где-то далеко от тебя. Не, он у меня далеко, рядом здесь стоит. Пошли. Все, затянь никого. Все, погнали. Емо! Где мы вообще? Ой! Андрей, это нормально Олег, вообще? Подожди, стой, стамина! Алле! Давай, да ты бежишь, я не вижу. Это долбай, а кто еще, блядь, с тобой не может бежать? Сзади! Пусти! Нет, Андрей, открой! Андрей! Сюда! Андрей, запатить его надо! Его надо! Вот все! Андрей, готовься нажимать на кнопку! Да я стамину, давай! Все! Ебать, телек накосячил, да? Дурачок. Так, Олег, давай, реально. Олег, стой, превьюху делали, превьюху. Давай. Превьюха, Олег, смотри, вот. А чё ты, куда пошел? Иди сюда к нам, а? Капец, Олег, он стрёмный. Засал, так я тебе про это и говорю, он капец стрёмный вообще. Ой, не, ребята, за то, что мы сегодня, за ту работу, которую мы сегодня проделали, однозначно нужно поставить лайк. Я вам реально говорю. Ну что ж, на этом прекрасном моменте, я думаю, можно заканчивать наше сегодняшнее видео, наше похождение по закулисью. Я надеюсь, вам они понравились, как обычно, вы поставили, конечно же, лайк, подписались, конечно же, на все наши каналы. Ну а с вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе и Андрюшка Индифай. Закулисье, это охуенно. Надеюсь, когда-нибудь мы найдем выход из этого пропасти. Ну что, друзья, огромное спасибо за просмотр, всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока-пока. И никогда, друзья, не попадайте в закулисье. Ни в коем случае.